Всем привет. Привет. Мы на море. Там море. Вон оно. Приехали в Коблево, хоть все едут и в Турцию, но мы опять в Коблево. Ну, смотрю по количеству автомобилей внизу на парковке. Не знаю, наверное, машины здесь припарковали, а все рванули в Турцию, потому что там дешевле. Отель «Березка», мы его видели с пляжа, когда ходили в прошлый раз. Видео. Нас заинтересовал то, что он ближе всего к морю стоит. И вот нет, есть тоже ближе, есть так само близко к морю, но тут вроде бы мы заходили тогда, тут посмотрели, нам понравилось. То есть цена, качество, скажем так, и близость к морю, это все вместе. Потом... Ну и первая линия. Сейчас мы заехали в номер, сделаем обзор номера. Да, прям сразу, пока мы еще даже не валялись на кровати, потому что мы обычно снимаем через пару дней, уже все не такое красиво. Вот такие белоснежные постели. Все красиво, кстати, номер как семейный, да, получается. Если с ребенком, вот еще одна двуспальная кровать и дополнительная еще кровать есть. Ну, удобно, кто с детками, например. То есть с семьей ездить, если один ребенок или еще один маленький рядом. В комнате есть шкаф. Вот. Достаточное количество вот вешалочек. Трентеля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук. Вообще супер. Полочки тут, короче, если замерзли, есть дополнительное одеяло. Это, наверное, когда холодно. Но вообще самое-самое крутое, это вот вид. Я себе с балкона принесла стульчик пластиковый. И сижу теперь так вот, любуюсь, потому что, ну, там жарко, естественно, сейчас днем. Вечером, я думаю, будет здорово. Посмотрим, комары грызут или нет. Самое главное, кондиционер есть, работает, это да, очень хорошо. Хорошо. Ну так, номер, как сказать. Впечатление хорошее. Могло быть, конечно, и лучше. Есть моменты. Обои ободраны, ну то такое. Вода, кружки, главное, чайник, да, чай, все это есть. Это немаловажно, иногда хочется чаю, не так часто, но попить, но чайника нет. Прихожка такая небольшая. Да, кстати, бы, как... много разных вот полочек разных. Вот там можно тут расположиться, тумбочки с ящичками. Один минус как, для меня журнального столика нету. Ну, приходится использовать тумбочку в качестве журнального столика, чтобы поставить ноутбук. Здесь не душевая кабина, здесь ванна. По-советскому все сделано. Будем принимать сырую ванну. Да я туда не помещусь. Поместишься, тебя засуну. Ну, короче, вот так. Ну, нормально, господи. Главное, горячая вода есть. Есть разные принадлежности. Тут шампунь, наверное, зубная паста. Я так думаю, не открывала, не смотрела еще. Мыло одно уже этот. И гель для душа. Это наше. Бумага там, все. Убирается, предупредили, ежедневно. Полотенечки, все чистое. Ну, это мы уже душик приняли. И что мне понравилось, когда я купался, вот заметил... Вот как из прошлого вроде бы нахлынуло. В пятиэтажках, в хрущевках, в ванных комнатах тоже были окна такие, которые выходили на кухню. Вроде бы раньше говорили, что специально сделано на случай, когда пропадает электричество. Ну, раньше, наверное, чаще оно пропадало. То свет из кухни, соответственно, в кухне окно есть, будет проходить в ванну. Ты заходишь и даже можешь без электричества... купаться. И вот такой вот я увидел лайфхак даже вот здесь. Да, хотя думала, здание, не знаю, ну, скорее всего, наверное, так и сделано оно специально. Я думала, это окно, это если застряло, вылезти надо. Ну, если аварийный, застрял, аварийный выход. Ковровое покрытие на полу, ну, чисто все убрано тут, конечно. Вот куча разных табуреточек. А, есть еще холодильник, мы, кстати, вы еще не включали даже. Не открывали, не включали. Вот маленький холодильник для напитков. Телевизор. Ну, основной плюс, да, это вид на море, что лежишь ты на кровати, да, вот и видишь море. Классно. Даже можно если на улице жарко сильно. Да, вечером на балконе можно. Можно сидеть. На балконе там сидеть. Там есть вон два стула. И такая табуретка для ног там тоже.
Сейчас, правда, не очень комфортно выходить на балкон, потому что пятки горят и воняют. Сам вид надо. Пятки горят и воняют от раскаленной плитки. Ничего такого нет. Кстати, кондиционер здесь у вас на балконе, и он жужжит, стоит. Поэтому вы можете его слышать. В комнате нормально не слышно. Ну и вот тут. Бассейн, люди купаются. Красота, море. Вся большая территория. Можно домик снять. Да, домики там. Тоже, дворики небольшие. Можно столик поставить. Да, шашлык поджарить. Можно там и готовить, по-моему. Сами. Там да, кухня есть там, даже в домике. Там да. Можно семью. И там две комнаты есть. Типа. Ну и парковка с этой стороны. Потом покажу парковку вам с другой стороны. Ну и пляж. Так, также их пляж. Вот это оранжевое полотенце. Это выдают они на рецепции. И вон там, где все оранжевое, то все лежаки их. Стоимость проживания входит завтрак и отдельно, ну можно сразу заказать, чтобы полное питание и обед, и ужин, а можно по желанию потом заказывать обед, ну только там за пару часов надо заказ делать, что там комплексные обеды есть и ужин тоже. Можно отдельно, вот даже тут есть в номере меню, их рестораны или что тут, я не знаю, кафе. Есть уже перечень цен, то есть можно просмотреть, и я так понимаю, что просто пойти заказать и покушать, ну вот так. Стоимость проживания — это номер евростандарт, ну и так, кто будет выбирать себе на сайте, это второй корпус получается. У них есть первый корпус, там номера просто стандарт, если они чуть дешевле. Тоже есть вид на море. Тут есть вид еще на парк. Ну, плюсы и минусы. Тут солнышко больше сюда, как бы минус, но кондиционеры есть везде. Там вроде бы мы заходили, смотрели эти номера. Больше тенек получается. Там сосновые. Сосны, парк. Да. Там тоже красиво, можно и туда. И там цена получается, разница, ну, сейчас точно не скажу, но гривен 100 разница между вот видом на море и видом на парк. Ну, там тоже неплохо. Сегодня 27 июня, и цена этого номера получается 2698 гривен с завтраком, то есть включается завтрак. При заселении дали нам вот такие пластиковые карточки, это для того, чтобы когда будем идти на море и на лежаки стелить полотенце, то есть они выдают, мы даем карточки, нам полотенцем. Дальше дали две вот такие фишки. Это мне. Это бесплатный бокал, обменять можно в этом ресторане, в ихнем, на бокал шампанского. Это мне два бокала будет. Немного. Нормально. Это коридор. Вот, тоже на коридоре покрытие ковровое такое. Кстати, есть гладилка, если кому-то надо. Пылесос тоже, если захочешь, поубирать. Нет. Ну, можно попросить. Ждем лифт. Лифт какой-то длинный. Да, можно. Много людей. 1000 килограмм. Ого. У кого большая семья, можно всем вместиться в этот лифт. Да. Ну так целебненько. Бассейн. Здание пятиэтажное. Ресторан, да, или завтрак. Столовая? Не знаю, наверное, ресторан. Тут завтраки, обеды, ужины. Ух ты, летняя площадка. Просто, я думаю, можно покушать, да, заказать еду.
кстати, хорошо очень. Смотри, как классно, да, шишки валяются. Да, прям парк. Вон парковка. Везде парковка, с той стороны. Машин, конечно, море. Как пахнет тут. Да? Угу. Вообще классно. Прям запах такой сосновый. Лавочки. Вон кто-то насобирал. Кто-то, чтобы кто-то сел. Кто-то пошутил. Ну, он же так и называется, парк-отель «Березка». Угу, да. Парк-отель «Березка». Как-то, что вот с этой стороны парковая зона такая, да, ну, что вы классно, можете реально классно. Такой запах разбавить, сосен, если вам море надоело, вон вы можете лечь в гамак и просто спать. Хорошо. И реально запах сосен такой стоит, ну, как в лесу. Ну и все удобства, в общем-то, скамейки, все, что нужно. И прохладно здесь. Да. Ну иди на синий вот этой катайся. Не хочу. Есть бильярд, тренажерный зал. Целый день эта сторона солнечная получается, а вот после, сколько сейчас, 19:38, тень полностью на этой стороне. Но кто хочет тень и днем, то надо та сторона, которая выходит на лес, на парк. Ну и сейчас тут приятно вот сидеть. Как раз тот момент, когда море зеленое говно, пляж тоже не очень. А вот именно отель, ну, можно сказать, радует пока. День заканчивается сегодняшний. Решили выпить. Кто молдавское вино пьет, вкусное. А кто пьет квас, село и люди. Ну, село есть село. Село и пьет, и квас село. Смак смородины, помяты. Попробуем. И вот персики. Персики какие огромные. Это персик, как называется? Инжирный. Инжирный персик. Бананчик. Ну и за вас, и за нас. Отдыхайте как мы, отдыхайте лучше нас. Сегодня все. Подписывайтесь на канал. На Светланин канал также подпишитесь. У нее много чего интересного увидите. У меня в Инстаграме фото быстрее выходят. У нее быстрее фото выходят, потому что я делаю фото, занимаюсь другим, она уже выкладывает. Еще в дороге, когда я еду за рулем. Ну и на мой Инстаграм обязательно подпишитесь. Также там фото выкладываю того, что будет в следующих видео. Будете знать уже, стоит смотреть или нет. Ну а смотреть стоит. Стараемся показывать вам то, что, чем мы живем и чем занимаемся. Вот отдыхаем сегодня и показываем вам отдых. Работаем вместе и показываем вам работу. Мотель на самом деле, это какой вообще ценовой диапазон и отеля? Наверное, средний. Не смотрела звезды там, не смотрела. Средний ценовой диапазон.
ну, со всеми, можно сказать, условиями. Горячая вода есть, все есть. Кондиционер вот есть, если что, будет он вам ночью не давать спать. Ну, так вроде бы работает, но нормально, вибрации не дает, не слишком громко. Всем удачи и до следующих видео.